Нормально все, отлично. Новая машина есть, новая машина. Ежедневный ритуал, но сегодня водители Одинцовской областной больницы проводят его с удовольствием, ведь машины новые. В автопарке пополнение. 4 автомобиля «Газель Next». По одной машине уйдет на подразделение в Никольское и в Звенигород, потому что там машин с носилками нету, там старенький «Соболь» ездит. И две машины у нас на приемное отделение. Теперь перевозить пациентов из одного подразделения в другое или доставлять на исследование будет легче. В первую очередь новые автомобили предназначены для маломобильных или тяжелобольных жителей. Они оснащены всем необходимым. Единственное условие – состояние пациента должно быть стабильным. У нас много филиалов, и вот эта проблема перевозки из филиала в филиал для нас была... Тяжело больных, да. или малоподвижных? Малоподвижных и тяжело больных, и носилочных больных. Она была согласована со скорой помощью. Это сложно, конечно, понимаю, что мы их отвлекаем. Новые автомобили помогут не только разгрузить скорую помощь, но и значительно повысят качество медобслуживания пациентов. Уже в ближайшие дни они выйдут на линию. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».